карбонат толщиной 4 мм. Итого получается 4 слоя. Сверху поликарбонат закрепляю саморезами. Вот и все. Я хочу сейчас показать, как я делаю конек на крыше оранжереи, которая выполнена из поликарбоната толщиной 4 мм. Доска длиной 6 метров, сечением 22 мм на 100 с двух сторон. Вот так одна прилегает к другой. Отсюда она будет крепиться саморезами. Щель я сейчас выберу. Вот я приготовил доски 6-метровые. Когда сделаю, покажу. Вот конек готов. Через каждые 1,5 метра я делаю вот такое соединение. Закручиваю саморез длиной 50 миллиметров, соединяя обе доски. Вот так. Сейчас перехожу на другую теплицу. То же самое. Сегодня за один день я поставил 2 конька на 8-метровую часть оранжереи и 6-метровую. Мне нравится. Ни снег, ни ветер теперь не страшен. Вот здесь швы я заделал, паклей и все дела. Вот так это выглядит сверху. Там у меня слева труба от буржуйки, справа высокая труба с дефлектором от печи с отработкой.